Согласен. Микрофон стоит включить. Кому он нахуй надо? Казалось бы. Да, это я уже не починю, к сожалению. Хотя, стоп, блядь. Они что, совсем уж ебанулись? Блядь, вот черти, ну... Ну не могу же я перед стримом все проверить. Я проверяю, хромак работает? Работает. Вебка работает? Работает. Вроде все работает. Хватало, чтобы я еще и, блядь, и чат проверял каждый. Так. Не, ну без чата на экране это совсем хуёво. Надо мной просто дыра какая-то. Так. Клаудбот. Охуенно, конечно. Стрим-босс, блядь, донейшн тикетс, пиздец. Какого только говна нету, но, блядь, чат-бокс нормальный не сделать, это просто, я, блядь, не знаю. Напишите, пожалуйста, что я пидор. О! Что-нибудь напишите, пожалуйста. Что-нибудь длинное. Всё, правда, на этом фоне так себе, но... Пущай будет. Пущай будет. Я тупо не залогинился в это говно, и без логина она не работает. Великолепно сделано. Так. Да. Да все, работает. Так. Причем я по звуку понимаю, что она... Не с пистолета стреляет, она стреляет из пневматического, блядь, револьвера какого-то, как у меня. Но все равно это гасит динозавров. Каким-то, блядь, не знаю, невероятным образом. Так, хорошо. Я уже запутался, у меня 4 каких-то ключа, но я не понимаю, что это. У нее нет глушителя, это я тебе точно могу сказать. На Глоке нет встроенного глушителя. Так, ну это мы читали, здесь ничего полезного. Этого реально нет. И глушитель не так звучит, он звучит тюк, тюк, тюк. А это...
именно вот, блять, выстрел пневматического ружья с пистоном. Блять, пиздец, пистоны убивают динозавров. Это, конечно, next level. Мне, на самом деле, я больше в шоке от того, что в 98-м году у японцев не было, блядь, пистолета для записи звуковыстрела. Ни одного, даже купленного звука не было. Это усраться, на самом деле. Не, армия у них... Или реально... Блядь, или что, реально нет. Просто я точно знаю, что у корейцев есть. Так. У южных корейцев причем. Так, тоже не туда. До сих пор... Не, ну неплохо быть сателлитом США на самом деле. И иметь такую экономику на таком клочке земли. Так что им даже, можно сказать, повезло. Так, еще какой-то челик разодранный. Это, блядь, ребят, это реально трудно читать. Персональные изменения ИСЛЕЙ СТР отдел эксперт комн спецсамолетов. Новый отдел ЗАЯ ПАБ энергетической физики регистрации ИИ номер 57036, имя Марк Дойп. Это вот этот вот труп Марк Дойп. Инвентарь переполнен. Так, стоп. А здесь есть какой-нибудь журнал заданий или что-нибудь такое? Или только Udo One? Запасной, блядь. Так. Инвентарь переполнен. Но я даже не знаю, что вытащить. Я реально давно не видел настолько
трудного интерфейса в игре. Именно то, что мне реально физически трудно понять, что здесь вот, блять, удавано, что хуебано и что все прочее. И дело даже не в переводе, это просто вот, блять, ну физически сложно воспринимать вот такие вот, вот такие вот хрени. В отличие от того же Resident Evil, где хотя бы хватило совести нарисовать предметы. Вот, блять, там 10 на 10 пикселей, но ты хотя бы понимал, что там у тебя в слотах лежит. Не, серьезно, я знаете, когда последний раз вот такой вот инвентарь видел? Я сейчас скажу. Game Boy Advance. Вот там и как бы, так как разрешение 5 на 5 пикселей экрана, там вот приходилось писать, как на там Sega и Dendy. Там трудно было картинку именно засунуть. Но, блин, на Соньке в 98 году... надписи делать в инвентаре. Пфф, серьезно? Не, я, конечно, понимаю, что вы сейчас типа скажете, типа, блять, а в Скайриме тоже там текстовый инвентарь, только когда ты выбираешь предмет, он тебе показывается. Но, блять, в Скайриме предметов ёбнись. Меньше 100 единиц всякого дерьма ты с собой не таскаешь. Это все, блядь, не нарисуешь просто физически. Точнее, это можно рисовать, но это, блядь, весь экран, блядь, будет во всяком говне. Самый, конечно, лучший инвентарь в этом был. О, я кое-что забыл. Что я сказать-то хотел? Самый лучший инвентарь был в игре Alone in the Dark «Последние черты». Там просто чувак просто открывает куртку и смотрит в режиме от первого лица, что у него, блядь, в этой куртке есть. Я Орд оф Фосфор забыл. Так, карта. Стоп, я... Что, блядь, такое доступ? А, понятно. Так, стоп, подождите. Если у меня 10 слотов в инвентаре, ну, блядь, я просто не знаю... Я вот серьезно, я смотрю, я понять не могу, сколько у меня, блядь, слотов в инвентаре. Я серьезно понимаю, я не мог взять снотворное, но при этом у меня есть один пустой слот. Что это, блядь, вообще значит? Что это за хуйня? Пиздец, я надеюсь, они во второй части инвентарь поправили, но потому что это просто, блядь, я не знаю. Может реально пусто выкинуть? Я не удивлюсь, если здесь так можно будет. И да, я... Слушайте, я, конечно, понимаю, что у меня с фантазией, блядь, тяжелые проблемы, но я просто, понимаете, на заднем плане вижу два зеленых члена, которые друг за другом гонятся. РЖД-патроны, блядь, снотворные, еще снотворное. Я помню, здесь была кнопка сортировать, вот. О, РЖД патроны. Снердрт.
Еще, блять, нахуй мне столько. А, то есть и в аварийном ящике 10 этих. Ох, блять. Давайте медпакет возьмем. Гемостат тоже возьмем. Парабеллум. Патрон для ружья. И это, блядь, патрон для ружья. Только это РЖ, но это, наверное, значит ружейные патроны. А шлак патроны это тогда что? Я помню, в Resident Evil были кислотные снаряды для М79, огненные и взрывные, по-моему. По-моему, так. Кислотные очень хорошо работали против, как их там, лизунов. Так, молодцы, наверное, правда, это все равно очень трудно воспринимать глазами такой инвентарь, но мне кажется, жить можно. Только я не понимаю, почему после сортировки хилки разделяют патроны. И потом еще отдельно патроны. Нахуй. Еще вот если я зайду в... все. Блять, пиздец, вот это инвентарь. 98-й год. Resident Evil 1, 2 и, по-моему, даже 3 уже вышли. У нас, блядь, на одном экране не могут 20-слотовый инвентарь ячеечный сделать. Нет, просто посмотрите вот на это. Я понимаю, что это перевод, но мне просто кажется, что в оригинале оно так же выглядело. CDK код диск Х, CDK код диск H, CDK диск ввода X, КП панель 2. Что это, блядь, за хуета вообще? Соответствующий CDK замок. Оп, твою мать, на панели есть медали 3 сим. Их можно просмотреть. Вот почему нельзя было просто, блядь, нарисовать? Вот чем, блядь, было сложно нарисовать вот эту вот, блядь, хуйту? В отдельном маленьком квадратике. И это ведь тоже капком. Это ведь, блядь, тоже капком. Вот в чем самая главная соль. То, что это тот же самый, блядь, разработчик. Что и Resident Evil. Да. Знаменитая коробка спереди или сзади. Тут по тени видно, что она черти где на самом деле. Так. Так. Декарта. Я понять не имею, что, блядь, такое у Декарта. Может, вот это? Нет. Да, блядь. Thank you.
У нас, кстати, остался еще люк. Мне страшно подумать, чем она втягивает эту макаронину, по которой едет наверх. Так, ну... Судя по карте... Блять, замечательная карта на самом деле. Место. И мерцает. Причем это только первый этаж. Я уже, блядь, не знаю, что мне делать, куда мне идти. Это лучший совет. Так, нет, стоп. Кажись мне сюда. Боже, у нее трос сиську сейчас порезал. Нет. Надо, короче, подниматься на второй этаж. Блин, я что-то сейчас вспомнил ролик про чувака, который играл Спайдермен, и у него перестала выделяться паутина. Блядь. Не знаю, почему я это вспомнил. ЦДК. Символ... Ага! Водой... Чего, блядь? Кода и ввода. Что? Что, блядь? Блять, сейчас я, познайте, я ради рофла поставлю, блять, английскую версию, и там такие же надписи будут. Я почти уверен. Очень понятные. А, понял. Вот диск ввода и диск кода. Нужно, то есть там тоже здесь диск ввода и диск-диск. Блять. Пиздец. Чтобы открыть эту дверь. Слава богу, тут только... Знаете, что приятно? Подключи, сделан отдельный инвентарь. Стоп. Она не может, блядь, переступить через упавший столбик освещения. Не столб, а именно столбик. Женщина, ты, блядь, серьезно, что ли? Они... Главные ворота здания. Они запер... Так и написано. Если вы думаете, что это у меня, блядь, кусок экрана не показывает, нет, ребят, там последние 4 буквы в кучу. А, я здесь был, ёпта, блядь. Так. Ну, пошли в жопу со своим снотворным. Блядь, я же тут был. Ладно, поднимаемся на второй этаж. На втором этаже я не был.
Я почему-то вообще забыл, что я здесь был. Не знаю, вообще, блядь, вылетело просто из головы. Или это другой мертвый чувак? Ладно, неважно. Какая-то злая организация нарисована на полу. Главный выход. Она сама. Да пошли вы нахуй со своим снотворным, блядь. Он типа спит? Типа спит. Теперь уже точно спит. У меня так нос чешется. РЖД патроны. Я что-то не понял. У меня, блять, они просто пропадают из инвентаря, если типа места нет или что? Блять, а куда жать? Энвселаб 1, ВСЛБ 1, ДДК, код диск. Музыка такая охуенная. Блять. Я, кстати, на работе также постоянно. У меня микрофон вот здесь вот висит. Я его постоянно, блять, задеваю. Постоянно. Так. Блять. Бар. Здесь там будет стриптизерский шест для нас. Блять, мы течем. Я на всякий случай буду небольшие квиксейвики делать. Так. О, слот один. Но оживление нам понадобится. Это однозначно. Так, нет, стоп, подождите. Подождите. Только не на выход. Стоп, вот мне, знаете, что еще интересно? Каким образом сюда попал этот динозавр? Он реально сюда через двери зашел? Или, и главное, зачем? То есть, объясните мне логику появления динозавров в определенных помещениях. Так яиц-то нет. Так, все, я понял. А у меня есть какой-нибудь журнал? Обор? Нет. Нет.
описание новых продуктов. Восстановили Unaid, укрепляющие умножитель. Эти четыре химиката – последние достижения нашей компании. Они разработаны для применения, в частности, на линии фронта, где есть минимальное количество оборудования. Особенти. Смешиванием химикатов можно получить две следующих лекарства. Два следующих лекарства. Восстанавливающий. Быстро восстанавливает силы. Наркоз. Если намазать его на пулю или иголку, то... Блять, я пробовал, здесь и на пулю не намазывается. Продукты, полученные путем смешивания химикатов, могут быть более эффективны с добавками. Крыша. Понять не имею. Мне сказали, что есть вот это вот обор. Смеш экрана. Так, запомнили, 81-59. Дино. Так, стоп, я уже забыл. Там просто что-то про... Спасибо. Блять, у меня какая-то хрень на глазу. Так, нет, подождите, пожалуйста, у меня какая-то срань на глазу.
Ребят, извините, сперма в глаз попала. О. Мы взяли затвор. Что бы это ни значило. Так. Стоп. Стоп. Что за... Блять, я нихуя не понял. Гранатомет. Ружье. Блять, это музыка, это просто, я не знаю, шок и трепет. Почему у меня... А, заебись. Ребят, просто гляньте на это. В, С, Д, Л. Пиздец. Это просто мрак. Я просто сейчас сижу и думаю, может, пока у меня крыша не поехала, нормальный перевод скачать. С любой озвучкой. Неважно. Не, английский я просто физически не пойму. Аж, давайте попробуем. С, Е. Е. Б. О, там просто надо было одно из другого вычесть. Кто-то выжил. Вы спасатели? Да, я из спасателей. Вы знаете, где можно найти доктора Кирка? А еще где можно сделать ноготочки тут? А то я это... Мокияж у меня... Что он еще замышляет? Слетел с ноготочков. О чем это вы? И бровки надо еще вот подровнять. Возьмите. Секунду. Для чего это? Я не знаю. Мне сказали, это очень важно.
Так, эта панель открывает электронный замок. Сол. Я не помню, что там за панели были. Блин, вот серьезно, я играю в эту игру, и вот я просто понимаю, насколько же, блядь, даже в тот же второй Resident Evil был на 10 голов выше и всяких, блядь, Silent Hill'ов, и этих динокризисов, и всего остального. Потому что, блядь, при том, что у Resident Evil бюджет явно меньше, чем у этих игр. Просто потому, что там она полу-2D. Чего? То есть, я так понимаю, здесь больше вообще ничего нет. Маленькие объедки аккуратно спожены. Все, теперь я вообще не знаю, куда мне херачить. Блять, понимаете, мне физически трудно в этом в инвентаре что-то нажимать. Как можно было так неудобно сделать? Я просто не понимаю. Пиздец, две кнопки, которые просто ни за что не отвечают. Даже карта не открывается на L1. У входа. Какого входа? Еще одно. На мониторе мелькнуло что-то похожее на человека. Это должно быть где-то поблизости от передней части тренировочного зала. Так что сначала посмотрите там. Это вообще где? А, Б. Чего, блядь? Ю, И.
Юи. ИУС. ИУСЕ. Е. Давайте сейчас абстрагируемся от того, что здесь ебанистическая клавиатура. Просто нам нужно из кода вычесть ключ. Ну, А понятно. Б понятно. И ЮДД это, блять, вообще... ЮДД. Охуеть. ИЮ. ДСЛЕ. Давайте, короче, писать все, что не... Все подряд. Так, буква И. Теперь буква... Нет. Я заплевал. Нет. О. И, Ю. С. Л, Е. 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 Блять, не это Б. Сука, какое тогда Б? Вот это. Е. Б. Л. Л. Х. Еще Б. 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 Это пиздец. Чувак, это просто пиздец. Нет. Где здесь буква? Что вот это? Нет. F. Ёб твою мать. Я тоже это вижу. А еще я вижу мертвых людей, видя то, как переводили тогдашние игры. Х-х-х. И МЖ мне еще надо. Блядь. Ой, бля. О, это Э. Запомнили. Э, Х, 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 МЖ. 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 Хуй. Шост, я этим вопросом, так сказать, себя уже гложу минут 10 последних. Это один из самых надмозговых переводов в истории человечества.
Я не знаю, как я... Что может быть еще? Если там какое-то английское слово должно получаться, то, к сожалению, это непроходимо. Блять, мне срочно нужен Paint. У меня только просто только один вариант. Да, я согласен, что тут нужен English. Но мне так лень заново все это проходить, вы даже не представляете. Давайте я... Вы понимаете, тут дело не в английской и русской версии. Тут дело в том, что я хуй его знает, как именно вот этот код решать. Так, нет, стоп, блядь, нет, мне нужна бумажка, к сожалению. Без бумажки я букашка. Блядь, это красная ручка. Ладно, сойдет. Так, какие у нас здесь вообще буковки есть? Давайте посмотрим. Русский, английский, неважно. Буква... ИЮ. Окей. Далее. С. Е. Е. Так, тут только Е. ЛЛ. Н. ББ. Э. Э. И М. МЖ. Н-нем. А если по-английски, то это будет... Это у нас будет, получается, английское Н... Ю это, блядь, что там за буква-то? Нет. W. N. W. Ну, так, дальше. Ну, S тут это как C. Е тоже, к счастью, это как Е. С, Е. Здесь тоже Е. H тут как H. Внезапно. Буква Э это здесь, по-моему... Нет. Нет. Это О. H. О. М как М. И Ж как... Как Р.
Вы, наверное, скажете, что ебанутый, но у меня, блядь, по-английски получается фраза «new home». Давайте попробуем. Хуй. Блять, чтобы вы просто понимали мои, блять, логические суждения, я стер весь ключ, и получилась вот такая вот залупа. Вот это вот русский вариант, правда, вот эта вот хрень должна быть чуть ниже, это на строчку ниже. Вот это английский вариант, здесь у меня все правильно нарисовано. Я, блядь, не знаю, я увидел здесь фразу «new home». Вот какое вообще слово можно из этих букв, блядь, составить, я просто не знаю. Вехор. Серьезно? А, это я уже... Нет, стоп, это я уже просто, понимаете, я по-моему, это выводил, вот это вот. И... Нет. Нет. Блять, я забыл, какая здесь буква Ю. Нет. Блять. Так. Ию. Ию. А, я понимаю, так. Ию. А, Е еще. А как здесь... откуда здесь... А, все, я понял, чувак, логику. Все, я понял. Ну, я думаю, я бы когда-нибудь через годик бы догадался ввести таким вот образом построчно. Блять, я забыл опять, какая здесь кнопка U. А, так, U. EAUS. EAUS. А N тогда куда у тебя пропал? А, блядь, N-то, блядь, вне в коде, сука. Долбоящер, блядь, она же не в коде. Она же, блядь, ключом вырезается, долбоебина, ты великовозрастная, сука. Убираем это. Так, тогда да, тогда все логично. И UM, ну, короче, по-английски тут получается O. М. Нью. Вудсомер. Блять, пиздец. Нью Вудсомер. Что значит слово нью... А, ньюкомер. Ебать. Гениально, ньюкомер. Блять, но я бы, наверное, не догадался построчно водить. Нет, тут просто смысл в том, что нужно было, блять, водить по строке. А я по столбикам пытался вводить. И зачем-то еще букву N приплел, которая вырезается ключом. Да, это бумажка с кодами. Короче, да, чувак был прав. Вырезая код, должно получиться как-то вот так. Русский и английский вариант. И вводить построчно. Там что-то вертится.
Не, прикольная, прикольная загадка. Еще бы, блядь, не вот этот вот пиздец клавиатуры, был бы вообще идеально. О. У меня, блядь, у меня кончились штепсели, ёб твою мать. Эта коробка используется для наблюдения за людьми в лифте. Что, блядь? Он одет в белое. В белое. Исследователь, наверное. Она, видимо, тоже одета в белое свадебное платье. Я просто... Я, похоже, уже совсем дальтоник. Однако они перевели даже текстуры. Стоп, что? Карта исследователей. Ёб твою мать. Информация. Зал, офис, комната отдыха, тренер, комната. Однако. Кстати, вот я не шучу. Текстура переведена лучше, чем весь остальной текст в игре вместе взятый. Тут хотя бы реально понятно, что написано. Даже как бы они ни пытались это засрать вот этим вот белым пятном сверху. О! А тут, видимо, промпт сломался. Я вижу русскую букву F. И русская буква «Э», и русская буква «Ю». А, все, до меня дошло. Эти, блядь, надмозговые гении, они поменяли шрифт больших букв. Рисунок, точнее, больших букв на русские буквы, но маленькие забыли поменять. Поэтому весь текст, который написан капсом, он нормально по-русски, а все остальное... Фейк ИД, ЮЕ, Эни. Пиздец. Блять, лучше бы на первой плойке вот реально бы писали, как на Сеге. У них примерно одинаковое разрешение, и пытаться... Ну, это оригинальный текст. Пытаться... Блять, делать, рисовать буквы, шрифт с обводкой, блять, при таком разрешении экрана, это просто усраться, как по мне. Но это реально тяжело читать.
даже если там, блин, я не знаю, вот так вот здесь. Ну, так нормально еще более-менее, но поближе это просто можно. Персональные эффекты работников помещения. Господи. Но эту игру просто можно на цитаты разбирать. Удо Ван. Персональные эффекты работников помещения. Чувак, блять, в черном засаленном костюме, одетый в белое, я не знаю. Да, хочу. Жесечер персонал Ченгерс. Пиздец, я думаю, я бы в детстве эту игру дропнул бы. Просто реально бы дропнул, потому что это, ну, полный пиздец. Если, ну, так как мы тогда, я в детстве не знал, что существуют английские версии, нормальные переводы и так далее. У меня же, по-моему, есть какая-то карта. А, это ВТКН и... Стоп, чего, блядь? А, все, это штепсель. Да. Я почему скачал эту версию? Здесь есть русская озвучка Петра Гланца. Я просто охуел. Я думал, тут тогда весь перевод будет нормальный, но... Сожалею. Перевод текста от студии Парадокса. Перевод звука вообще отличный. А, ясно, я долбоёб, который потерялся. Так, отрубаем это говно. Сказал, отрубаем. Так, с меня течет. Да, с меня течет. Заебись. Кстати, я нигде в игре ни одной аптечки не нашел. А, нет, стоп, я, по-моему, второй шанс находил. Так, все, давайте поперли. Куда нас просит, и думаю, на сегодня можно будет закончить. Я, конечно, пиздец, как поздно начал. И мне бы еще часок поиграть, потому что сегодня суббота, но... Мне так лень в эту игру играть. Причем я в детстве, помню, играл в пару игр с переводом Парадокса. И все было заебись. Thank you.
Так. Где он там? Черт этот. Хрыщ. Так, по-моему, он меня засек. Говорят, у динозавров мозг был меньше грецкого ореха. Теперь я понял, почему. Даже, знаете, мухи так, по-моему, в стекло не долбятся. У меня, знаете, еще такой вопрос к знатокам. А эта штука ему урон вообще наносит? То есть нам сколько здесь стоять по времени? Ждать, пока он сдохнет от этой пушки. Я понял. Значит, мы должны будем ему немножко помочь. Помогли. О, а это что за кнопка? Ух ты ж, блин! Понятно. Это, да, это изи сложность. Я бы в эту игру бы, блядь, не стал даже на норме играть. Я бы ёбнулся, наверное. Я эту игру никогда в жизни не видел. Сейчас бы, блядь, вообще игру, которую не знаешь, начинать сразу на харде или на норме. Можно, конечно, только... Зная себя, это просто будет F3 бесконечное в эмуляторе. Так, стопэ, нет, давайте сначала все-таки посмотрим, что в том помещении замечательном, куда нас просят пройти. Это тренировочная комната, да? На нем написано «Комната запасного генератора P1». Блять. Так, ясно. Опасно. А что делать? А что делать, если опасно?
Гейл, ты все еще жив. Отлично. Сержант Гей. Что это? Очередная ящерица? Это походу, не ящерица, да. Это динозавр. Динозавр? Послушай, здесь действительно что-то не так. Все задание пошло наперекосяк. Неужели? Легко. И неважно, с кем ты или чем ты сражаешься. Что-нибудь слышно про доктора? Мне нужно встретиться с Риком. Моя рация сдохла, а он единственный, кто может ее починить. Бля, я представляю, как я в эту игру на харде бы играл. Это был бы просто жесть. Просто бесконечный лод. Выстрел сейф. Хотя бы поиграть можно нормально. Порофлить. Так, ну... Угу. А что не так? Пикас, кроме рофлов, я вообще не понимаю, что не так. Рация не может сломаться? У спецназа не может быть персонального механика? А, все. Блять, я думал, это... Неужели это то, что я думаю? Да, это именно то, что я думаю. Блять, задний проход засорился. Но тут как бы еще важно понять то, что персонажи стреляют не пулями, они стреляют какими-то, блядь, пистонами, судя по звуку. Тогда понятно, почему 15 пуль уходит. Туалет. Наконец-то мы посетим хоть одно нормальное место в этой игре. Дайте угадаю, снотворное. Ёбаный рот. Этого казино, блять. Какое нахуй снотворное? В туалете. В углу. Снотворное. Я просто помню в том же, как раз таки, как бы Alone in the Dark, последней черты, там, когда чувак звонил 911, людям сказали, попробуй, посмотри в сортире, там, как правило, есть аптечки с бинтами и прочей полезной хуетой, ага. Пошли мы такие в сортир, а тут, блядь, снотворное лежит в углу, вертится. Так, это, кстати, вообще что за место? Так, там стена, понятно. Так, ну давайте пойдемте к Нигеру. Блин, это музыка. Сразу чувствуется, сразу пахнет Японией. Мне такое ощущение, что там вот на все студии было 2-3 композитора. И очень сильно узнается. Причем и на аниме-студии тоже тех годов, как 90-х. Yeah.
Блять, кажись, мы ж... Мы... Пока что-то ничего. Интересное пропустили. На этом даже никаких его признаков. Значит, он в подземном. Это единственное оставшееся место. Там нет электричества, так? Пока нет. Редина, твоя задача восстановить энергоснабжение в подземном секторе. Он называл ее Редина. Мы что-то не знаем. Так, Гланс, у тебя есть что интересное для меня? Коммутатор Гея чиним. Блин. Давайте F1. Ребят, я, наверное, ебанутый, но мне почему-то от этой игры очень сильно захотелось поиграть в Dead Space. Я не знаю почему. Что-то навевает именно Dead Space-овскую атмосферу. А, там негра тоже Гланс озвучивал, точно. Теперь я вспомнил почему. Нет, жанр вообще не то, даже не рядом. Та игра в жанре отстреливай конечности, блять, и жри аптечки, как умалишенная. А здесь жанр сысь по углам, бегай от динозавров и решай замечательные головоломки. Так. Ну, на сложности выше легкой, конечно. Чем survival horror? Я просто, понимаете, я очень плохо представляю, что такое жанр survival horror. Просто это слово survival, его можно вообще к любой игре подставить. Где можно умереть. Да, и да, это точно не хоррор, вот это я точно вам скажу. Я не знаю просто, с каких пор динозавры это страшно. Survival action уж тогда. Ну точно не хоррор. Хоть убейте. Окей. Окей. А, кстати, здорово, тип сети. Серьезно? Автор Дина Кризиса запилил Resident Evil 4? Блять, нахуй мне это снотворное. Чё-то, знаете, так сказать, авторского почерка я вообще не вижу. Просто, понимаете, в жанр survival horror в него можно, наверное, запихнуть любую игру, вплоть до серьезного Сэма. Типа, там тоже нужно выживать, и там тоже бывает страшно в некоторых помещениях. Так. Ой-ой-ой-ой. Батарейка. А, мы здесь были, точно. Не, стоп.
Опа. Стоп, 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 стоп. Красный, синий, зеленый, белый. Запомнили. Так, тут тоже. Так. Красный, синий, зеленый, белый. Ну, потому что я... Блин, ну вы видели, как сейчас Дино долбился в лазер? Но ограничение управления персонажем — это просто кривые руки разрабов, а не... Регина, это ты? А, ну что, у нас появилось электричество? Все работает, благодаря тебе. Слушай, мне нужно... Или вы про то, что у персонажа может не быть руки, ноги? Так, поехали обратно. Так, ну пока игра идет достаточно бодро. Не, на самом деле я с вами согласен, потому что я играл в Resident Evil 0. Я там сразу поставил хардовую сложность, и мне пришлось игру полностью рестартить два раза, потому что в какой-то момент игра становилась полностью непроходимой. Полностью, абсолютно. То есть у меня просто заканчивались все патроны, необходимые для убийства босса. Да, нолик. Но вот это вот залупень с тем, что нужно... Блять, перетаскивать где-то 40 единиц предметов, блять, двумя персонажами из, блять, одной локации в другую. Просто, по-моему, где-то на Ютубе у меня эти стримы сохранились. Это просто пиздец. Я не знаю, почему нельзя было ящик добавить. Вот это, вот я реально, я 20 минут, блять, 20 единиц говна. Здесь все хлам вытащу, туда прибегу. 12 единиц хлама двумя персонажами возьму, бегу туда, вытаскиваю весь этот хлам, снова пустыми персонажами бегу за хламом, беру хлам, таскают, блядь, через весь этот, я не помню, что там было, не поезд, нет, в поезде еще норм, а вот когда мы уже доходим до этого, господи, как его... До особняка и из особняка в лабораторию все таскать. Это просто пиздец. Да, реализм. Когда человек не может себе по карманам разложить 7 магазинов. Может только 6 магазинов себе по карманам разложить. В Resident Evil ремейке был режим реализма. Когда у каждого ящика свои какие-то вот, ну, они не соединены в общую сеть. И мне, типа, по-моему, Алекс тогда еще был, чувак у меня на стриме, писал мне, типа, прикольно, поиграй. Я ему говорю, чувак, ты понимаешь, что я, блядь, я не поленюсь, я все буду таскать из одного ящика в другой. Понимаете, да? То есть, не знаю, там 200 аптечек в каком-нибудь ящике. Похуярил туда-сюда. Я тут что-то написали в телефоне. А,
Ясно. Я у Кокельного третий месяц подписан. Нет, это подписка на Кокельного прилетела. За третий месяц. Так. Кстати, что там этот Кокельный сейчас стримит вообще? А, он кого-то рестримит. Фу ты, бля. Обидно. Что за спешка? Да вы уже сделали все свои дела. Он видел кого-то на мониторе под землей. Геолог Томми? Чего? Промелькнуло очень быстро, но я уверен, что я что-то видел. Рик, это ж сержант Гей. Подземный сектор. Какой еще геолог Томми? Что за херню вы несете? Это сигнал бедствия от одного из членов нашей команды. Скорее всего, это Купер. Да, или может быть Том. Он проник в комплекс, выдав себя за ученого. Можешь запеленговать сигнал? Он исходит снаружи здания, источник к востоку от заднего входа, через который мы вошли. Послушай, с этим разберемся позже. Самое главное, выживший в подземелье. Возможно, это доктор. О чем ты говоришь? Он просит у нас помощи, мы не бросаем своих. А что, если это ловушка? Хочешь, чтобы и тебя пришлось спасать? Не беспокойся, я готов пойти на риск. Не забывай про наше задание. Нет, Ты работаешь. Верю, если его зовут Гей Томми, но при чем здесь геолог, блядь? Если он сержант военный спецназа. Я открыл тебе твое подземелье, Гейл. Так вали туда. Ты делаешь твое дело по-твоему, а я свое по-своему. Блядь, это как бы твой командир, долбоебина ты. Нигерская. Этот подонок начинает действовать мне на нервы. Редина. Я направляюсь в подземную зону. Или нет? Ебать, в этой игре появилась нелинейность. Угу. Я просто недавно посмотрел один фильм интересный про зомби, ну почти зомби. Я обратил такое важное внимание, что где-то, видимо, есть негласный кодекс долбоебских сценаристов. Любой спецназ или военная организация или армия, у них у всех, у командиров и у всех солдат должно быть IQ строго двухзначным. Строго. Где-то вот негласный кодекс от пидорских сценаристов. Вот он, блядь, где-то есть, я не знаю. Это касается фильма любого качества, абсолютно. Что делать, ребят? Мне это напоминает Resident Evil 3 с его замечательными вариантами выбора. Ну да, я... Я понимаю, если бы это была наша армия, но там-то более-менее нормально, там джахал и прочие все сваты. Спасать? Все. Идем за Петром Глансом в подземелье. Так. Ебать, страшная мул. Давайте я по безопасной дороге пройду. Относительно безопасный.
Нет, на самом деле, понимаете, в этой игре чувство страха, даже если бы я играл в нее в детстве, полностью бы нивелировалось тем, что у нас, блядь, главный герой — спецназовец, красноволосая баба с огромной жопой, которую зовут Регина, блядь. Ну, это не... Ну, все, как бы. Атмосфера... В этой игре нет атмосферы по этой проблеме, из-за вот этого вот. Я как бы уже говорил, мне страшно представить, чем она всасывает эту макаронину. Я это сказал час назад, когда это увидел. Я, наверное, тоже. Не, игра очень... Нет. Игра, знаете, вот после этого, как его, блять, как она называлась-то, это дерьмо, Silent Hill 4, игра очень динамичная. Нет, нет. А скорострельность 0000000001 выстрел в час, это тоже специально сделано? А, ой. Ой, пацаны, у меня патроны кончились. А, окей. А, все, понял, сложно. Не, ну серьезно, это пиздец, как портит атмосферу, вот это вот. Херь. Так. Я понимаю, во втором Resident Evil мы там тоже за бабу играем, но там как бы она фанат AC/DC и приехала в город к брату. А тут спецназовец. Или кто-то, или кого она там была фанатом в Resident Evil 2. Так. И ее, блядь, не звали Регина Дубовицкая. Так. Так, ребята, вот это вот... эти дни закончатся сами по себе, или я все теперь... Пока из меня вся кровь не вытечет, это не прекратится. Но это, блин, пипец, как портит атмосферу. Это что-то, знаете, на уровне того, если бы в Resident Evil были зомби-клоуны. Хотя нет, зомби-клоуны это пиздец, а вот просто клоуны это... Портила бы атмосферу. Нормальные персонажи. Что, опять опасно. Нормальные персонажи в нолике. Там только один анимешный персонаж. Так. Дробовик. Да. Бери его, блядь. Но там как бы он немножко не человек. Это как бы был дед. Но она, понимаете, она, я не знаю, блядь, она не похожа на вот это вот, на вот эту вот красноволосную срань. Она хотя бы выглядит, я не знаю, как реально медик. С медпакетом на плече, а не в латексном костюме. Извините меня. Если бы она реально, блядь, в латексе бы была...
Так. Тем более это не спецназ, там просто отряд какой-то долбоебов. Как там этот Старс назывался? Ну как бы это и есть хулиган американский 80-х годов. Игра происходит, события игры происходят в 97-м году. Чуваку где-то 25, что ли, лет. Как мне. Естественно, он будет выглядеть как хулиган, блядь, 80-х годов. Так. Мы отвлеклись очень сильно. Помните, кстати, во втором Resident Evil была такая хрень, что если у стола Вескера потыкать 30 раз, то там фотографию вот этой вот девочки из нолика будет. Да, да, я почему-то забыл ее имя. Том! Идите, у тебя башка квадратная. Они словно появились из ниоткуда. Не было шансов. Том, можешь рассказать, что здесь происходит? Кирк, мне еще всегда нравилось, как японцы... Его что, простите? Вы обратили внимание, что во всех капкомовских играх того времени все персонажи, они вот так вот двигают руками. Он тяжело ранен. Нужно немедленно уйти в безопасное место. Мне вот просто интересно, это херовый движок, проблемы с анимацией, или просто в других японских играх там нормально руки двигались у персонажей? Я, возможно, поиграю в какую-нибудь такую японскую игру, типа, я не знаю, Treasure Fate, или как там называлось, очень клёвая. Так. Я, к сожалению, не играл в готику. Я верю в то, что это величайшая РПГ в истории человечества. Не надо кидать меня санными тряпками, но я в нее не играл. Нет, в Нейр Автоматике с анимацией точно никаких проблем не было. Там у игры другие проблемы, более серьезные, чем анимация. Куда более серьезные. Так. Ну, осуждаю. Так, ну, я рассказывал, блядь, уже миллион раз, то, что игру, по сути, финансирует Square Enix, но при этом им, блядь, не дали денег и не дали времени на то, чтобы сделать одну нормальную игру, поэтому создатель, главный там, не знаю, дизайнер, дунул ангельской пыли и решил, блядь, пацаны, давайте, короче, заставим игрока 3 раза игру проходить, чтобы увидеть истинную, блядь, концовку. И ты не увидишь истинную концовку, если у тебя, блядь, будет офлайн режим. Только в онлайне ты сможешь увидеть истинную концовку. Пиздец, блядь. Ну и в каждое прохождение будем чуть-чуть добавлять там по полметра какой-нибудь ерунды новой. Пиздец, просто ёбнуться, вот реально. Я не верю, что в 2017 году реально такие игры могли сделать. Я верю, что в 85-м, что ли, году вышло... Что-то там про тролли игра, которую надо 2 раза проходить, и она вообще ничем не отличается одно прохождение от другого. Но без второго прохождения ты не сможешь последнего босса убить. Тебя к нему просто не пустят. Так, я паузу поставлю на секунду. Ну и самый пиздецовый это то, что, блядь, под конец ты убиваешь 8, сука, боссов подряд, блядь. Без возможности зайти в магазин, банально хилки купить. То есть ты, блядь, не дай бог, то при... Последняя глава начнется без хилок, все, ты как бы просто иди нахуй. Я потерял там модуль автоматического применения хилок, я, блядь, как долбоеб, сука. Жмись, блядь, блядская хилка, сука.
Нет, нет, знаете, знаешь, Пегас, Секира нормальная абсолютно игра. Я вот честно скажу. Абсолютно нормально. Да, у меня, блядь, какой-то input lag, блядь, с этим геймпадом. Да, у меня, блядь, немножко руки из жопы. Но игра прикольная, честно скажу. Я иначе, понимаете, иначе бы я бы ее не стал второй раз проходить. Ни при каких бы обстоятельствах, если бы это была лютая параша. Играть в это можно. Какие там еще игры были, которые надо обязательно раз... Блин, я сейчас посмотрел в ОБС, чуть не обосрался, понимаете? Я вот... Вот эта штука мне показалось, что это край стены какой-то, край какого-то забора, блядь, и из-за него вот этот динозавр смотрит. Я такой, ёб твою мать. Так. Icewind Dale. Ага. Чего? Какая еще нахуй истинная концовка? Чего? В ремейке сделали еще какую-то концовку? Концовка там всегда одна, ты просто... концовка в игре одна, но ты должен пройти либо Клэр А, Леон Б, либо Леон Б, Клэр А. Ты пишешь, что ты прошел по одному разу каждого персонажа. Это значит, ты либо прошел первый вариант, что я сказал, либо второй вариант. Если ты играл Леон А и Клэр А... То, чувак, прости, это идиотизм так играть на самом деле, потому что там как бы в этом и смысл. Да и то, там как бы концовка, что там босс в конце появляется. Биркин в итоговой форме, и они просто выходят из этого туннеля, уезжают. То есть там особо никаких фатальных изменений в концовке нету, истинных. Там просто чуть-чуть недосказанность в конце. Ой. 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 Что я нажал? Да. Простите, что, блядь? А, все, я понял. Там разные трубы с небес спускаются. Понял, принял. Но мне кажется, с зеленой я угадал. Мне кажется,
что зеленый, я угадал. Все, надо, мне кажется, это надо и уже идти спать. Я уже не понимаю, что... Прости, что? Ой. Блять, застряла, сука. Нет, да, это точно не Исха. Знаете, но меня на самом деле уже немножко подзаебало играть в игры такого типа. Что? Так. Просто, кстати, немножечко подустал от них. Ребят, сколько будет 3 в шестой степени? А, нет. Пизжу, не в шестой, нет. Забейте. Нет, я не буду перебирать все варианты. Но просто посмотреть, что и как тут стоит, конечно. Зеленая. Ух ты. Кажется, я начинаю догадываться. Ну, больной человек. Шизоид. Шизоид. Вот просто посмотришь на вот эту загадку и понимаешь, шизоид делал. Блять, а куда вообще уходят эти трубы? Что, ебанулись, что ли? Так, ясно. Ебать, вот эта текстура, это не по... Да чтоб тебя, черти! Драли. Я так понимаю, зеленая труба, она прямая. Она всегда прямая. Но как тогда расположить все остальные трубы? Надо подумать. Блять, где-то я, блять, видел такую подобную загадку такого рода. Но я не помню где. Бля, я, наверное, ёбнулся. Я не понимаю, как так можно было сделать. Так, ясно. Отмена. Так, стопэ, давайте так. Давайте про зеленую пока забудем, вот вообще, нахуй. Зеленая здесь всегда прямая. Давайте подумаем
Как синюю и красную располагать? Я просто вообще не понимаю рисунка этих труб. Помните, на 95-й, 98-й винде, и даже, по-моему, на 2000-й был такой лок-скрин, когда трубопровод рисовался. Это, видимо, блядь, кто-то вот дунул ангельской пыли и подумал, надо сделать загадку с трубопроводом. Ну, допустим. Ёб твою мать. Стоп, а ведь это... Возможно, даже правильно. А, хуй. Или стоп. Ребят, я здесь надолго, но я уже почти понял. Так, вот. Так, я понял. Синяя точно неправильно. Синяя точно неправильно. Так, где она тут, блядь? То есть здесь точно, здесь 100% не синяя. Не с этой стороны. А может вот это синяя? Так, вот это уже больше похоже на правду. Так, тут, соответственно, синяя тогда должна быть... Ох, ебать. Так, стопэ. Ага. Ага, так, запомнили. Поднимаем синюю здесь. Так, нет, стоп, подождите. Поднимаем, запомнили. Запомнили. А, блядь. Так. 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 Да, все, загадка решена. Я просто умственно отстал и дегенерат. Да, блядь. Хорошо, что зеленая прямая всегда. Красота. Красиво, стильно, молодежно получается. Хочу себе такие же трубы в комнату над потолком. Чисто для антуража. И все бы спрашивали, что у тебя тут, блядь, за трубы. Я говорю, а это красиво, стильно, модно, молодежно. Не, вот это прикольная загадка. Вот это вот в стиле почти тех игр, которые я играл в детстве. Так. И в награду мы получаем очень противный звук насоса. Очень противный звук насоса.
Тут какая-то дверь есть, я вижу по карте. Или да. Не, нет, никакой двери. Только противный насос. У меня, кстати, скоро патроны кончатся. Я вообще не знаю, где в этой игре, блядь, патроны находятся. Блять. Пиздец. Кстати, из меня перестал кровь течь. Что жать-то? ГГ, ВП, ДЦП прошли игру на плохую концовку. Вы не против, я сделаю квиксейв, потому что я не понимаю, что, блядь, происходит. Давайте, я не знаю, я буду просто все дрочить, все кнопки, сука, ты нахуй, блядь, уйди! Господи, ребят. Кто-нибудь знает историю записи этого звука? Мне просто интересно реально увидеть то, с чего они записывали этот звук. Просто что это было? Мужики, я тут это... Я там вам электричество вырубила? Выглядит не очень. Послушай, я этим займусь. Гланс, ты тоже выглядишь не очень в этом игре. Этом игре. Я говорю как переводчик этой игры. Так. Рика и Тома как можно скорее. Сейчас из каких-нибудь из тех вот огромных ворот вылезет Ферожарус Фекс. Наконец-то мы можем попасть в лифт снаружи. Хорошо, теперь мы можем спуститься на подземный уровень. Чувак, а ты там ему дал какое-нибудь обезболивающее, кровоостанавливающее, блять? Ты его хотя бы перебинтовал? Раз что-то как-то не похоже. Почему он, блядь, в белом халате, а они все так в форме военной? Да? Боже, у него даже ствол сквозь твою руку проходит. Верно? Твою голову, точнее. Ты видела настоящего динозавра? Невероятно. Разве я тебе не сказала? Это прямо как в том фильме. А название у него было, видимо, парк юрского периода, да? Сейчас они будут сверху прыгать на этот лифт. Да? Да? Это невозможно... Понимаете, это клише невозможно игнорировать. Чтобы огромный лифт, если кто-то сверху не прыгал и не было никакой драки на лифте. Ну, это, блядь, минус балл игре. Как можно было такое ебучее клише не вставить? Оно было везде. Оно было, блядь, в Resident Evil. Оно было в Dead Space. Оно было в Dead Space 2, блядь. В Dead Space 3, блядь, оно везде было. Нет, правда, в Dead Space 3 мы там сами гнались за лифтом. Регина! По стене. Нужно спешить. Том долго не протянет. Может, ты ему поможешь как-нибудь? Передвину контейнеры, а ты посмотри за Томом. Долго не протянет, а у нас здесь где-нибудь есть хирург, который его заштопает.
Не, ребят, давайте на хорошем закончим, пожалуй. Я... Так. Все сохранилось куда надо? Да, все сохранилось. О. Так, главное теперь вот так вот игру закрыть. Да, я тут это немножко поискал волпеперы к этой игре. Более адекватно. Это, кстати, видимо, скрин из третьей, что ли, части. Да, у этой игры есть третья часть на Xbox и PlayStation 2. Но это реально, блять, вот эта баба, она пиздец как атмосферу портит. Своими красными глазами. Я реально как будто бы... Да нет, да даже в этом, в Devil May Cry не настолько анимешная атмосфера была. Нет, она как бы есть, она как бы... Так. Dino Crisis. Серия игр. Третья часть, да, выходила на Xbox. Серьезно, это эксклюзив для Xbox? Они что, ёбнулись? Кстати, первый Dino Crisis был для Windows. Что там, настолько все плохо? Какая оценка на Metacritic? Ёбаный рот. Игра 2003 года. User score 3.4. Пиздец. Мне страшно. Мне страшно представить, что там такое. Основная статья даже есть Dino Crisis 3. Есть даже Dino Stalker, блядь. Но в это я не буду играть точно. Я, скорее всего, тогда уж в первую и вторую часть только поиграю. Блять, что? Подождите, ребят, сейчас просто вот на секунду. Я понимаю, что вот особенно тем, кто не играл ни в первую, ни в вторую, ни в третью часть, вообще не понимает, о чем идет речь. Вот те, кто видел мой стрим там последние там несколько часов. Вот как вы думаете, что, блять, вот в игре с такой обложкой Dino Crisis? Космический корабль. Какие-то, блядь, вундервафли. Причем здесь, блядь, вообще Дина? Так, ладно. Почти на протяжении серии управлять Патриком, а так... Соня. Доступны два ружья с различными типами боеприпасов. Действие игры происходит в 2548 году. Прошло больше 300 лет с момента, как Земля потеряла контакт с космическим кораблем UN Ozymandias. Ozymandias. Я, блядь, слышал что-то подобное. Но каким-то образом он вновь появляется около планеты Юпитер. Я этот сюжет видел в фильме «Сквозь горизонт», очень советую. А специальную команду под... названием SOAR, Special Operator and Eric Assistance, отправляет на камеру, чтобы узнать, что на самом деле там произошло. Это заголовок статьи. Три, четыре. Пиздец, ну и оценочка, конечно. Ну, знаете, скриншот прикольный, я тут смотрю. Такие, блядь, динозавры, блядь, напоминают реально некроморфов. Жуткие такие. Блять, неужели такое дерьмо? Ну ладно. Не будем о плохом. Я все равно не собирался играть в третью часть. Я даже не знал, что третья часть существует у этой игры. Поэтому поиграю только в первую и вторую. Так пройду. Если даже какие-то проблемы будут. Я просто, понимаете, я думал, что третья часть это вот она, блядь, на скриншоте у меня на волпепере. А это, оказывается, просто рендер какой-то.
Типа у нас там, типа, будут, как в этом, в мире юрского периода, два динозаврики-помощники наши, на которых мы будем скакать верхом. Или они на нас будут скакать, неважно. Так, в общем, всем, ребят, спасибо большое, что смотрели. Я что-то сегодня даже много поиграл. Я думал, мне в этой игре хватит на час. Но оно что-то прям хорошо поперло. Загадки появились неплохие. Нет, вот к загадкам вообще никаких претензий. Мне очень нравится. Даже вот эта вот ебанина с ходом, она прикольная. С трубами тоже, она, так сказать, в стиле таких простых загадок для полудетских игр. Как, в принципе, и в Resident Evil, первом, втором и даже третьем, не считая музыкальной, блядь, шкатулки. Приятно, то есть это, блядь, это не СХ третий, который просто ебанистический. С точки зрения загадок. Четверку я вообще промолчу. Ой, не знаю. Ладно, ребят, давайте я вас на сегодня отпущу. Это я уже, по-моему, раз 20 сказал за последние 10 минут. Просто что-то еще хотел спросить, что там дальше после Динокризиса проходить, но мне, блядь, еще минимум 10 стримов по Динокризису, подумаем. В общем, спасибо, что смотрели, всем удачи и всем пока.